Здравствуйте! Сегодня в теме дня поговорим о гражданской обороне и защите населения Ульяновской области. Гость в студии Михаил Геннадьевич Николаев, заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения, начальник управления гражданской обороны и защиты населения Ульяновской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с главного. Годовщина образования гражданской обороны. В двух словах, что это за служба? День гражданской обороны отмечается в России ежегодно 4 октября. Свое начало оно взяло в 1932 году, когда постановлением правительства была создана общероссийская система местной противовоздушной обороны в то время СССР. Угу. В 1961 году МПВО было преобразовано именно в гражданскую оборону. Это практически тот прототип, который мы имеем сейчас, с чего началось. Было организовано 15 задач гражданской обороны. Все эти задачи актуальны и по сей день, тем более раньше они опирались только на один федеральный закон, 28-й, именно о гражданской обороне. Сейчас уже есть задатки, есть уже объединение двух законов. Это закон о предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации и, соответственно, гражданской обороне. Но это происходит потому, что именно идет оптимизация тех сил и средств, которые создаются. То есть, по большому счету, гражданская оборона – это защита населения от чрезвычайной ситуации, от конфликтов военных и, соответственно, от следствий разрушений, которые при этих конфликтах происходят. Вот. Но если взять именно по задачам определиться, первая задача – это актуальная, она всегда была и есть будет – это подготовка населения. Население всегда должно знать, что-то случилось. Вот буквально на днях видите, что творится в Дагестане. Соответственно, стихия взяла свое – с гор потоки воды, идут подъем рек, соответственно, все население, которое там не было готово, включилась система оповещения, это как раз вторая задача, но тем не менее, настолько было все это динамично, развивался это вот катаклизм природы, что практически не обошлось без жертв и, соответственно, без разрушений. Вот такими именно задачами мы, в принципе, должны приходите. И в том числе, и что касается Ульяновской области. Все эти задачи, они актуальны для нас. Основа гражданской обороны все-таки в массовом сознании населения Ульяновской области – это, не сказать, что отписка – это формальность. Как объяснить жителям области, что это важно и полезно для них же? Какие мероприятия в этом плане проводятся? В этом плане проводится очень много мероприятий. Мы ежегодно два раза в году проводим эти мероприятия. Проводим месячные гражданской обороны. Это именно в этот период мы проводим уроки мужества в школах. Вы знаете, дети, наверное, самое благодарное такое, так скажем, лист благодарный, потому что они настолько все это впитывают, они это понимают, они в это играют, они в этом живут. Взрослые немножко скептики по своей природе. Никогда это не случится, мы это никогда не получим, это не обойдет, это у кого-то, у соседа будет, у вас не будет. И у нас очень много в этом году детей-героев, которые вытаскивают младших братьев из горящего дома. Мало того, что девочка, вот буквально мы недавно грамоту вручали от начальника главного управления, о том, что она просто увидела пожар, подходящий к селу, выскочила, подняла всех взрослых и помогла их тушить. Вот. Есть очень много примеров, когда дети спасают тонущих. Это вот буквально месяц назад женщину спасли. Видите? А что касается взрослых, ну да, скептически немножко настроены, но тем не менее это очень актуально. А какие, кроме пожаров, еще нам могут грозить опасности в области? У нас в области, у нас по большому счету благоприятный климат. Я хочу сказать, что он уникальный, потому что зима у нас зима. Лето у нас лето, даже в этом году жарко было. Соответственно, правильно осень, правильно весна. И вот и все катаклизмы, которые присущи этим явлениям природы, мы, соответственно, все эти катаклизмы у нас прописаны. У нас 32 вида рисков на территории области. То есть 32. Это начиная от наводнения, природных пожаров, это и проход каких-то цистерн с аварийно-химически опасными веществами через станции. 2-3 федеральные трассы получается у нас. Это, то есть по ним может проходить все, что угодно. Газопровод, путепровод, нефтепровод. И по всем этим 32 пунктам вы проводите разные учения? По всем 32, все 32 пункта, вот эти 32 риска у нас расписаны. Расписаны их худшие сценарии. То есть мы знаем, что при таком-то сценарии, соответственно, возникнет нарушение жизнедеятельности населения. Мы знаем, что сразу мы поднимаем муниципальное образование. Есть такое понятие, как единая система предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации. Это вот система. Мы в эту систему все входим. В эту систему входят, соответственно, не только службы МЧС,
но и все дежурные службы, которые и газовая, и полиция, и медицина, и электрики, сантехники, все кто угодно, ЖКХ, система, и коммунально-технические службы. То есть все они поднимаются и все выполняют свои задачи именно в условиях вот, чрезвычайной ситуации. Кто становится штабом в этот момент? Штабом, ну, если брать областной штаб, это комиссия по чрезвычайным ситуациям или обеспечение пожарной безопасности области, возглавляет ее губернатор. Соответственно, есть муниципальное образование, муниципального характера чрезвычайной ситуации, происшествия, его возглавляет, соответственно, уже руководитель того муниципального образования, которое есть. Но штаб, как правило, это центр управления кризисной ситуацией, главное управление ЧС России по Ульяновской области. Если это поселок, то люди от кого будут ждать помощи в первую очередь? В первую очередь, соответственно, силы и средства, которые идут в поселке, то есть это муниципальное образование. Муниципальное образование, где проводятся смотры готовности сил и средств, то есть выставляется вся техника муниципального образования. Есть такие как понятия, как спасательная служба гражданской обороны. То есть вот и силы и средства, там есть и люди, есть и техника. И вся вот эта техника занимается именно своим направлением. Пожарные, соответственно, едут и тушат пожары. Энергетики обеспечивают свои линии энергетические. Там медицина, соответственно, свои вопросы. Вот, в общем, как вот так. Обеспечение правопорядка занимается полиция. В общем, такие вещи. Смотрите, в основном это аспекты защиты населения от каких-то угроз. Гражданская оборона еще с советского времени у нас ассоциация – это ядерная угроза и угроза нападения. А сейчас эти актуальны в современном мире угрозы? Да, это все актуально, поскольку, сами видите, у нас терроризм не дремлет, и в основном-то больше боятся сейчас именно террористических угроз. То есть какие-то конфликтные ситуации небольшие, но тем не менее все что угодно может произойти. Есть, существует в этом законе федеральном 28-го гражданской обороне, и существует план гражданской обороны, он секретный. Соответственно, все риски там просчитаны, все удары приблизительно мы знаем. Есть, ну не секрет, что есть предприятия, которые остаются работать в военное время. То есть это все гражданская оборона, это преддверие того, что будет у нас происходить в военное время. Часть населения будет эвакуирована, уйдет. Население работоспособно остается работать на месте, на предприятиях, которые здесь остаются. И, соответственно, под них нужно уже какие-то защитные сооружения при вот таких ударах, про которые говорите, высокоточным оружием. Ну, ядерные удары, я не думаю, тут есть, конечно, возможно, нанесение, но минимально очень. А вот с высокоточным оружием, да, это возможно. Но все равно это все учитывается. Это учитывается обязательно. То есть мы эти все вопросы просматриваем. Это вопросы взаимодействия с органом военного командования именно в этот период. Все это, ну, да, это вопрос серьезный, именно военный. Количество бомбоубежища – это не военная тайна? Количество бомбоубежища – это не военная тайна, но это защитных сооружений гражданской обороны, так назовем. Это не военная тайна, но вот где она и находится, это уже с грифом секретности. А кого в первую очередь туда будут прятать? Значит, они рассчитаны для нахождения наибольшей рабочей смены. То есть мирное население, то, которое не задействовано вот в оборонном потенциале страны, в МОП-резерве, мы отсюда будем убирать, соответственно. Оно будет расселяться в дальние районы области, ну, в те районы, по которым ну, смысл наносить удары нет. Потому что это просто обыкновенные мирные села без каких-либо объектов, которые у нас для обороны страны находятся. Соответственно, у нас город Ульяновск, город Димитровград остается, вот такие вот наиболее. Отсюда и остается то население, которое будет работать. То есть та смена, которая остается. Вот эта смена во время налета прячется в защитных сооружениях, а вторая смена находится, опять же, за пределами города Ульяновска, за пределами, возможно, зон разрушения. Мы, ульяновцы, где-то уже лет 10 наблюдаем на домах высотных ретрансляторы. Несмотря на то, что сейчас развитие цифровых технологий и оповещение приходит на наши гаджеты, тем не менее, интересны вот эти вот сооружения, и они отработали в ковид. Это, наверное, впервые, да, когда так массово работала система оповещения? Ну, так не сказал, конечно. Но система оповещения, если вы так говорите, она как раз цифровая уже. То есть больше, она у нас, да? Да, она у нас уже цифровая. То есть она претерпела модернизацию буквально почти 8 лет назад. То есть она цифровая, и смысл системы в том, что она система оповещения накрывает практически всю область. Если пропадает связь мобильная, что делать? Если пропадает мобильная связь, у нас останутся проводные телефоны все равно. Мобильная связь может пропасть, но проводные телефоны у нас никто не проверяет, не девает. У военных, соответственно, у силовых структур есть радиостанции. При взрыве на арсенале, когда происходили, когда действительно мобильная связь у нас потерпела обрушение, работали радиостанции, работали стационарные телефоны. Мы получаем по минимуму те извещения почти каждую неделю. Там, внимание, угроза шторма,
внимание, угроза ливневых осадков. Это, вот это тоже относится, да, к системе оповещения? Это как раз одно из видов системы оповещения. Это идет смс-сообщение, отправляется. Да. Данное сообщение у нас формируется Росгидрометом. Берутся приблизительно такие-то возможные осадки. Соответственно, и дается заявка на этого оператора, СМС-оператора, и СМС-оператор ссылает уже такие сообщения. Они могут быть даже выборочными. То есть мы можем этими сообщениями управлять. То есть можно, конечно, в таком-то районе будет. Вы находитесь в зоне бедствия, да? Да, в районе будет такое-то вот мероприятие, что можем туда отправить, что вот, уважаемые товарищи, будьте бдительны, что вот у вас шквальный ветер, все остальное. Соответственно, органы управления этого муниципального образования собирают комиссию по чрезвычайной ситуации и уже принимают те решения вопросом предупреждения. Или, соответственно, усиляет силы и средства там. Или, ну, если, допустим, в школе лезет, убирает детей из школы, там пораньше заканчиваются детские сады, готовится все, силы и средства приводят в порядок. А вот на крышах системы оповещения, они из себя изживают или они актуальны? Система оповещения на крышах, она как раз одна из тех систем, которая должна именно действовать вот в определенный период. Или чрезвычайной ситуации, или при разрушениях. То есть, услышав сирену, долгую сирену, надо в течение 5 минут, ваши действия, действия жителей, это включить телевизор, перехватить этот сигнал, и это, соответственно, будет, если это на телевизору будет уже сообщение, как действовать дальше. Вот это главное, что нужно людям знать. Смотрите, это... такой интересный вопрос. Регулярно проводятся учения по сигнализации оповещения, люди привыкают. А если вдруг случается реальная угроза, как человеку отличить, что сирена работает не учебная, а такая серьезная? Вообще очень просто. Когда у нас учебные сирены, соответственно, мы заранее про это говорим. Вот 6 числа будет проводиться проверка системы оповещения. У нас уже во всех средствах массовой информации это дело описано. То есть мы, потому что люди все равно гудит, правильно, все равно же это как-то напрягает. То есть хочешь не хочешь, начинаешь друг у друга спрашивать. Или в интернет залазить, что такое произошло. А, понятно, проводится проверка системы оповещения. А более того, скажу, что есть еще, помимо этой системы, сопряжена с ней другая система, система экстренного оповещения. Угу. Она еще и речевая. То есть муниципальное образование можно подавать не длинный сигнал, вот эти гудки, а можно в виде речевого сообщения доводить ту информацию, которая необходима. То есть происходит то-то, то-то. Озвучивают ваши сотрудники или дикторы? Нет, озвучивают это, ну, если, допустим, берем муниципальное образование, у них есть возможность сами озвучить. Угу. А вообще озвучка идет через нас, конечно, через Центр управления кризисной ситуацией. Но это ваши сотрудники делают? Или вы там нанимают? Да. Там? Нет, это делают наши сотрудники. Интересно. А какие еще мероприятия плановые проводятся с населением, чтобы вводить в курс дела, поддерживать у них информацию? С населением, вот в рамках, вот опять же, месячника безопасности мы очень много проводили с детьми, как я уже объяснил, проводили дни открытых дверей пожарных частей, где вот это все подробно рассказывали. Уроки мужества проводили, встречи с ветеранами, пожарной охраной, ветеранами гражданской обороны, которые могут все это рассказать, показать. Показывать технику, возможности техники. То есть вот именно современные этапы показывали Центр управления ситуацией. У нас, в принципе, один из лучших в стране. То есть очень современный, да, в Ульяновской области областной. Поэтому очень много мероприятий. Даже вплоть до того, что ходили, убирали, помогали убирать могилы этих наших ветеранов. Встречи с ветеранами. А представляете, как вот ветеран приходит и начинает рассказывать в школе это, или там в высшем учебном заведении. Ребята слушают, им вот как-то все приедается, а тут что-то новое, непонятное вот для них может быть. И тем не менее, очень правильные вещи говорят. Действительно, вот, что такое служить Родине. Вот они вот все это прививаются именно с таких вот времен. Кроме школьников и студентов, учеба проводится и среди работающего населения. Как с ними это проходит? Значит, среди работающего населения, это в основном руководители предприятий и руководящий состав, он обучается у нас в учебно-методическом центре. Есть областной и курсы гражданской обороны, которые у нас присущи в каждом районе этого города. То есть здесь у нас, получается, здесь 4 это курсы, где у нас есть 4 места. И, соответственно, такие же курсы организованы в Димитрограде. Там обучается в основном руководящий состав предприятий. Это те, которые отвечают именно за оповещение, обучение населения, не населения, а обучение работающего населения. Организовать свой коллектив, эвакуировать, да. Если что, да? Да, вот и там все это дело рассказывается, объясняется, что куда бежать, что как делать, что нужно делать, что нельзя делать. Соответственно, вот по этим сигналам, вот по всем, заводится документация, самое главное.
вот эти вопросы, где вот отражаются. Очень много памяток, выставки, стенды, все остальное делается. То есть все именно на рабочем месте доводится так, что рабочие должны знать, куда бежать, что делать. Потому что занять защитное сооружение во время вот налета или там удара высокоточным оружием нужно в течение 15-20 минут. Через 25 минут он должен быть закрыт. То есть понятно, что это очень быстро. Поэтому на предприятиях проводятся проверки, проводятся тренировки в обязательном порядке. Проводятся вас, ваши службы проверки? В том числе и наши. То есть когда мы уже проверяем, мы берем масштабнее, там уже берем на уровень предприятия, а они между собой, там цех проверяется, ну, цеховые там какие-то определенные подразделения, а в основном, по большому счету, можно... Вы просите включить тревогу и смотрите, засекаете, как да, коллектив. Да, все так происходит. А в основном дисциплинированные или как бывает? Как относится к этой учебе? Опять же говорю, тут нет, на предприятиях народ дисциплинированный, там вопросов нет, потому что все-таки это работодатель, за это очень строго смотрит. Он понимает, что все-таки это его тот потенциал, который нельзя потерять. Ни при чрезвычайной ситуации, когда это случилось, ни, естественно, в особый период, когда у нас противник какой-то виртуальный или какой-то реальный появился. Реальный противник, который студент расстрелял других студентов, второго же случая за этот год. Это относится к вашей сфере службы, чтобы как-то проинформировать детей или студентов, как себя вести в таких условиях? Да, в том числе и нас относится. Это, соответственно, и силовые структуры. Мы входим в силовые структуры. Вы рассказываете им, полиция, как себя вести, да? Это, естественно, все это дело вот, мы доводим на урок ОБЖ, с преподавателем встречаемся. Как себя как вести? Как прятаться, как бы забаррикадироваться, что нужно сделать, там, как позвать на помощь, как включить. Угу. Это же не только студент, можно и пожар быть, понимаете? Он мог просто пойти с оружием, а мог поджечь школу. Угу. Все что угодно может быть. Вы взаимодействуете с учителями ОБЖ, да? Да, вот как раз учителя ОБЖ тоже проходят обучение в нашем учебно-методическом центре. Вот они все вот эти новшества, которые происходят. В основном-то сейчас берут все вопросы из интернета, ну, может быть, оно и так, да, продвинутые в основном такие наиболее. И уже применяются к тем параметрам, которые были раньше, рассматриваются, и действительно получается неплохо. Остается совсем немного времени. Какие планы дальнейшему гражданской обороны? В плане развития, может быть, модернизации и слова поздравления. Ну, модернизация, она у нас продвигается в том, у нас есть... развитие, уже программа развития гражданской обороны до 2030 года, это опять же это повышение уровня защиты защитных сооружений, потом система оповещения более, так скажем, качественная, какие-то способы защиты, среди индивидуальной защиты, которые бы правительство не успели рассказать, современные уже не то, что как противогазорезы там бегали, а тут же панорамные маски, все остальное, полегче комбинезоны, которые мы вот... Я начинал даже, когда курсантам мы одевали, это очень тяжело, но тем не менее, до сих пор они еще присутствуют в каких-то подразделениях. Уже современнее же. Современная техника, диагазация, дезинфекция уже проводит. Это мы опять же тоже почувствовали на себе, когда проводили дезинфекцию в общем поселке Корсун, Языково. Ездили, проверяли. Та техника приходила у нас с пожарно-спасательного центра Самары. То есть мы приезжали, смотрели. Было спасибо в этот как раз момент. Хочу сказать спасибо ветеринарам, ветеринарной службе, которые представляли нам вот эти дезрастворы и помогали этим выполнять. И как раз работа ЖКХ, когда давали поливочные машины, мы совместно вот усилиями просто отмыли два населенных пункта. Михаил Геннадьевич, два слова поздравления коллегам. Ну, поздравляю коллег вот с этим праздником, особенно ветеранов. Ветераны у нас в строю, ветераны у нас всегда востребованы, молодцы. Ну, а всему личному составу здоровья, сухих рукавов пожарным и нам всем, так сказать, на благо Родины укреплять нашу гражданскую оборону. Спасибо. Спасибо большое. Так, сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем. Вот, вот смотрите. Вот сюда. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Встретишь хорошего человека, выйдешь за него замуж. Я уже встретила. Я только за него замуж, поэтому... Выходные. Люба, Родя в другую влюблен. Нравится тебе Родя, так борись за него. Она была для него другом детства.
он стал для нее смыслом жизни. Он же тебя не любит совсем. Полюбит! По роману Александры Марининой. Ты хочешь уйти к ней? «Взгляд из вечности». В субботу и воскресенье в 13:40 на канале «Россия». Из Москвы пришло распоряжение, приказ исполнить 7-ю симфонию Шостаковича. Большая премьера на канале «Россия». Все шире ползут кровавые пятна. Железные прахи земля. Алексей Кравченко. Мне поручено собрать оркестр. Я его соберу с вами или без, это понятно. Наталья Рогожкина. Люди устали и зергались. Чем больше хаоса вокруг, тем больше должно быть порядка здесь. Елизавета Боярская. Вы играете без черных клавиш, как бы с чистого листа. В музыке это начало-начало. Тимофей Трибунцев. Так хочется сказать вам что-нибудь неприятное. Алексей Гуськов. Давайте хоть что-то сделаем для искусства. Виктория Толстоганова. Все твердят о подвиге ленинградцев, но правды положения дел не знает никто. Передаю вам лично в руки, как обещал. Что это? Партитуру 7-й симфонии доставили через линию фронта на самолете. 7-я симфония. Скоро